жилец. Я не хочу рассказывать ее биографию, она там могут сказать только одно, она не замуж. Спасибо организаторам на данной выставке за приглашение и за участие. Хотела бы сказать, что на сегодняшний день развитие отечественного производства многофункциональных реагентов и присадок для нефтеперерабатывающей нефтехимической промышленности России и СНГ в разы отстает от мировых лидеров. И в последние годы на всех уровнях ведется очень много разговоров о модернизации российского производства, о повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции и отказе от импортной направленности национальной экономики. То есть целевой